США увеличивает численность своих войск в Афганистане. Как заявил представитель Пентагона Майкл Эндрюс, контингент будет увеличен более чем на 3000 военнослужащих. Общее число превысит 14 тысяч человек. США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операции против боевиков движения «Талибан», а также «ТИГИЛ». Кроме того, военные США оказывают помощь местным силам безопасности, оснащая и обучая их. За время операции США потеряли в Афганистане более 2300 человек убитыми и свыше 17 тысяч ранеными.